Еще один участник нашего концерта – певец, композитор, общественный деятель, заслуженный артист России Денис Майданов. Его родственники родом с Донбасса. И сам он много раз с концертами бывал на этой земле. Как депутат Государственной Думы с самого начала специальной военной операции делал все, чтобы Донбасс снова стал частью русского мира. И сегодня вместе с Денисом Майдановым на эту сцену выйдут наши гости из новых регионов России. Наталья Кочура из Донецка. Группа 123-й полк из Луганска. Инна Автандилян из Херсона. Николай Нижников из Мелитополя. Это артисты, которые нередко бывали, как говорят наши военные, за ленточкой. Выступали на передовой, давали концерты для участников спецоперации. А песня, которая сейчас прозвучит, так и называется «Русский мир». Защищают дружины Руси, земли, да русский мир. Воздух не разрывается время, возрождается русское племя. Там упало, где русское семя встает рассвет. Дайте голос ваш, сестры и братья, дайте ваши родные объятия, чтобы сердцем сумел ощущать я этот цвет. Знаменами с нами в любом огне. И усталости правда не знает, путь победе простым не бывает. Русский мир нас священный рождается вновь в войне. Защищают дружины русские земли, да русский мир. Русский мир, русский дух и ветер над страной, лучшею на свете. Спасибо.